В целях оказания социальной поддержки школьникам из малоимущих семей в период подготовки к началу нового учебного года в рамках городской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» осуществляется сбор средств для приобретения одежды, обуви, канцелярских товаров для школьников из малоимущих семей. Как приятно в начале учебного года перебирать свежие тетрадки, расписывать новые карандаши и ручки, заполнять самый лучший дневник. Это помнит каждый школьник и бывший, и настоящий, но некоторые семьи не в состоянии обеспечить такую простую радость ребенку. Чтобы дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не почувствовали себя обделенными, ежегодно в целях оказания поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предупреждение неявки учащихся в школу 1 сентября по социальным причинам, Центр социальной поддержки населения по Амурскому району и Управление образования администрации Амурского муниципального района проводит благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». Ежегодно в Амурском муниципальном районе проводится краевая благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Данная акция проводится в нашем районе уже более 10 лет. Главная цель данной акции остается неизменной – это сокращение числа детей, которые не могут пойти в школу из-за финансовых проблем в семье. То есть это помощь малоимущим семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В Амурском районе более 2000 детей школьного возраста, родители которых не имеют возможности приобрести все необходимое для своих детей. Ребятишкам, которым требуется помощь, необходимо практически все. Канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, наборы для детского творчества и, конечно, все новое. Кроме того, ребятам необходимы новые или в хорошем состоянии школьная форма, портфель, учебники. В настоящее время в ходе проведения акции помощь получили 300 детей на сумму 529 750. То, что сегодня совсем незначительно для нас в повседневном расходе, станет важным для детей. Всех желающих оказать помощь, подарить детям портфели, тетради, ручки и другие школьные принадлежности, просим обращаться в Амурский центр социальной поддержки семьи и детям по адресу: город Амурск, улица Лесная, дом 3А, по телефону 232-20-232-74 или в управление образования администрации Амурского муниципального района по адресу: город Амурск, проспект Комсомольский, дом 2А, телефон 213-14.